мы с вами знаем про ананасы? Например, что они растут на пальмах. Шутка. На самом деле ананасы растут на небольших кустарниках 30-40 сантиметров, хотя многие реально уверены, что на пальмах. Но это далеко не все, что нам нужно знать об ананасах. На самом деле у них есть масса свойств, полезных для всех жителей больших городов. Почему ананасы нужно есть тем, кто переживает из-за ситуации в мире, часто летом ест шашлыки и не переносит поездки в общественном транспорте? Сейчас узнаю. Александр Мирошников, нутрициолог, кандидат биологических наук. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне стало интересно, почему, когда люди едят шашлыки, им обязательно нужно есть ананас? Это что-то вроде пиццы с ананасами, только у нас шашлык с ананасами? Ну, на самом деле, секрет простой. Мы знаем, осенью и весной все идут на природу и готовят шашлыки. Объедают шашлыками, конечно. И потом страдают несварением. Дело в том, что именно этот прекрасный, да, продукт богат таким веществом, как бромелайн. И вот этот бромелайн, он как фермент. То есть, когда мы съедаем большое количество мяса, жирной пищи, этот фермент как раз падает нам в желудочно-кишечный тракт и растворяет этот белок и жир. Поэтому не нужно таскать с собой какие-то, да, таблетки, ферменты, а просто съедаем ананас, и будет у нас как раз все хорошо с пищеварением. Получается, ананас – это как ацетон для лака для ногтей? Да, абсолютно так, как фермент, который разбивает все молекулы, да, и превращает их в простые, значит, сахара, жиры и аминокислоты. Кусочек шашлыка, кусочек ананас, кусочек шашлыка. Можно даже же все это прям насадить и в этой последовательности и есть. Звучит прикольно, попробуем. А чем еще нам будет полезен ананас? На самом деле в больших городах люди часто подвергаются стрессу. И у них образуется много морщин. И здесь ананас поможет. То есть не надо кусочком там мазать, да, свою кожу, а именно употреблять ананас вовнутрь. Именно всем, пополам порезали, да, и да, намазали. Вовнутрь. Почему? Здесь 15% от суточной нормы витамина С. И самое главное, 200% от суточной нормы кремния. И вот эти два вещества укрепляют нашу с вами кожу и, соответственно, помогают выработке так называемого коллагена. А именно коллаген делает кожу более такой, да, упругой. Итак, эти два вещества как раз и будут бороться с морщинами. А я еще читала, что продукты, богатые витамином С, помогают как-то противостоять ультрафиолетовым лучам. То есть пигментация не появляется. Это правда? Абсолютно правда. Почему? Потому что именно коллаген, который будет более усиленно выделяться, как раз и будет противостоять ультрафиолетовым лучам. Итак, ананас еще поможет защитить нашу кожу от ранних морщин. Чем еще он полезен? Мы, например, часто летим, да, на самолете или в машине нас укачивает, и как раз нас тошнит. И вот здесь, если мы кисленький ананас, вот именно не сладкий, да, кислые сорта или недозрелый ананас, вот эта кислотность переключает как раз наш мозг с тошноты и полностью прекращает нас тошнить. То есть это перед транспортом нужно съесть ананас? Нет, не перед транспортом, а именно кусочек ананас, когда вот мы начинаем испытывать тошноту, да, от, вот когда нас укачивает. Так это мне получается, что постоянно нужно вот это ездить с ананасом. Да, вот, вот с этим так ананасом он более кислый. Более кислый. В случае чего? Чем еще полезен ананас? Также, так как мы знаем здесь, ну, достаточно хорошее количество витамина С, в 2014 году исследования показали, что те дети, которые едят много ананаса, практически не болеют простудными заболеваниями. То есть, на самом деле, и грипп, и ангина, и так далее, да, вот ротовирусные инфекции, все практически к этим детям не прилипают. Значит, ананас еще поможет нам защититься от простудных заболеваний. Я еще слышала, что ананас помогает избавиться от синяков, но не очень представляю, как это работает. Ну, на самом деле, механизм простой. Дело в том, что опять плохое питание, отсутствие физической активности, у нас ухудшаются, вот, ломаются, становятся ломкие сосуды. На самом деле очень низкий уровень витамина С. А именно витамины С и укрепляют наши сосуды. И поэтому, как только мы начинаем включать наш рацион ананас, понятно, что дополняем витамины С, сосуды становятся более, значит, крепкими. И вот такие маленькие удары практически незаметно уже будет со стороны нашей с вами кожи. А почему вы не говорите о том, что ананас помогает сжигать жиры? Я помню, что одно время в журналах я только и видела ананас практически на обложке журнала. Ну, на самом деле это миф.
Дело в том, что вот это вещество бромелайн, сначала этому веществу приписали жиросжигающие свойства. Потом провели огромное количество исследований и увидели, что это вещество этими свойствами не обладает. Поэтому, чтобы похудеть, что требуется? Ананас. Конечно же, побольше ананас. Это вы бицепс прокачиваете? Прокачиваю, тогда я буду прокачивать трицепс. Да, нужно с этими ананасами и приседать. А вы, кстати, знаете, как выбрать спелый ананас? Как понять, что он спелый? Я знаю, что надо выдрать вот так вот листочек, и если листочек очень легко выдирается, значит, ананас спелый. Супер, вот супер. Попробуйте у вас. Нет. У вас не спелый. Но вот как раз кисленький ананас поможет нам, когда у нас есть тошнота. Поэтому это для еды, а это для тошноты. Александр, спасибо вам большое, что рассказали про пользу ананаса. Я такая прекрасная, пойду со своим спелым ананасом делиться с Александром. Будьте здоровы. Пока-пока.